әзірге жылай әлбәйтті қазір Зухра білен Ильяс. Вот біз тәбірікліміз біздің апкалфаклар ағзаларын. Сейчас мы поздравлять как раз и будем, с кем мы вместе уже на протяжении очень-очень многих лет. Итак, приглашаем Альфину Ахмеджан, заслуженную артистку Республики Татарстан. Под ваши аплодисменты. Ансамбля «Тальян» под руководством Ильдара Шигапова, заслуженного артиста России. Альфина, рахмет сізге. Вот, это очень приятно, что вы вместе, и вот в Москве татарской, наша московская такая вот артистическая плеяда всегда вместе. И вы, наверное, сами это все увидите. Так, мы хотели бы наградить Российскую общественную организацию «Ахкалпак», оргкомитет, И давайте пригласим директора «Ахкалпак». Я председатель этой организации, Розу Сараеву. Розочка. Наградается региональная общественная организация «Ахкалпак». Я взяла. Роза, подходите, подходите, не стесняйтесь. Нет. Давайте под аплодисменты. От всей души Роза, спасибо. Пап. Нет, 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 нет. Ну, она снимает, она очень начинает готовить. Занята всегда, она и директор, и все, что на экране вы видите, и в интернете, это все Роза Сараева. Просто наляпа. Департамент национальной политики и межрегиональных связей также выражает благодарность Розе Апе за фото и видеоконтент. Вот, Роза, отлично. Так что здесь повод есть уже подойти. Роза. Руководитель, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан Нырья Потехова. Замечательная Нырья и Альфия. Также Департамент национальной, господи, как громко, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы награждает Альбину Сафину за активное участие в Московском детском фестивале национальных культур «Мой дом Москва». Награждаем Кусяинова Далиля, солист татарского ансамбля «Тальян» под руководством Ильдара Шигапова. Он придет, он говорит, у нас все мастера на все руки, он же и ресторатор. Вот там угощает вас вкусными яствами татарскими, это Далиль Кусяинов. Также за активное участие в Московском детском фестивале национальных культур «Мой дом Москва» награждается Ринат Закеров. Аплодисменты. Ринат наш очень-очень любимый певец, выросший здесь на наших глазах, принимает участие и «Татарного моря», и «Башкирский конкурс «Идей». Очень рад, Ринат, что ты вместе с нами. Ну и сама Москва татарская не была бы именно таким шикарным, красивым концертом без организатора, заслуженной артистки Российской Федерации и Республики Татарстан Нырья Потеховой. Лично благодарю. Ваши замечательные аплодисменты. Еще на нашем фестивале выступала маленький, самый маленький участник нашего фестиваля Дания Вахитова. И сейчас мы приглашаем на сцену, друзья, Данию Вахитову, девочке 6 лет, а уже лауреат международного конкурса «Эджемер Декляре», который исполнит песню на музыку Нелли Потеховой, слова Роберта Минулина «Эни Кирек». Встречаем! Вот так.